оплатить коммунальные платежи или записаться в поликлинику, не выходя из дома. Найди его здесь в соцсетях или поговорить с родственниками по скайпу. В скором времени это смогут и вологодские ветераны. 3 июля на базе 33-й школы открылись компьютерные курсы для посетителей Центра забота. Подробнее об этом смотрите в нашем следующем сюжете. Дома у меня компьютер с другим изображением, а здесь экран уже какой-то другой. К этому привыкнуть надо. На первом занятии все в диковинку, признается Нина Павловна. Зато на компьютерных курсах и мышкой пользоваться научат, и как в интернете работать, объяснят. Простые действия я могу делать, но иногда бывает так, что на что-то нажму и пропадет. А как дальше исправить, не знаю. Жду внука, когда придет, да когда научит. Давно хотела в заботу, но в заботу идти далеко, а здесь я живу рядом. Новые компьютерные курсы открылись для ветеранов Центра забота на базе школы номер 33. Параллельно будут заниматься сразу две группы, всего около 30 волокжан почтенного возраста. Все это жители близлежащих домов по улицам Возрождения и Псковская. Район улицы Псковская, Возрождение, он ждал, скажем так, своей очереди, люди высказывали пожелания. И когда 33-я школа ушла на каникулы, и здесь закончился летний пришкольный лагерь, появилась возможность именно здесь занимать помещение и организовать такие курсы. Обучение проходит по международному стандарту проекта «Бабушка онлайн, дедушка онлайн», по которому занимаются ветераны из 65 регионов России. Базовый курс лекций – 32 академических часа. За это время ветераны и азы работы на компьютере освоят и во всемирную паутину погрузятся. Смогут оплачивать коммуналку, не выходя из дома, записываться в поликлинику через интернет, не говоря уже о новых возможностях общения – Ваське, Скайпе, соцсетях. На сегодняшний день у нас обучаются 8 групп ветеранов компьютерным курсом. В этом районе, в районе Возрождения, мы впервые открываем компьютерные курсы. Вот сейчас идут занятия у нас в Лукьяново, только что мы закончили обучать в Лосте, идут у нас на Мальцево. Этот проект работает в областной столице уже второй год. За это время компьютерные премудрости постигли около 1000 пожилых волокжан. Новые группы закончат обучение уже в конце июля. Записаться на следующий курс можно в Центре забота на Мальцево 20 или по телефону 72 30 82. Арина Прахова, Михаил Прищев, Вологда Портал.